Ты здесь один? Помнишь, при первой встрече ты назвала меня нахалом? Он на меня пялился. Я был ослеплен твоей красотой. Ты для меня единственная, навсегда. Я сразу же примчался. Произошел несчастный случай. Сын Алексея попал под поезд. Под поезд? Он заявляет, что его сына убили. Ты же знаешь, что убийство – это исключительно капиталистическая зараза. Только без шума. В нашей стране нет убийств. Это не убийство, понятно? Кто-то убил моего сына, а ты ничего не делаешь! Там все еще орудует убийца. Я должен его найти. Я поеду с тобой. Я подумал, что тебе нужно это знать. Там еще один. Мне нужна твоя помощь. Нафига остались тебе эти пацанята? Этот зверь не остановится. Думаете, поймаете его? Вот так, вдвоем. Кто-то должен это сделать. В любой момент может погибнуть еще один ребенок. Я остановлю его. Только дети. От 9 до 14 лет. Всего 43. 44. Сына моего друга тоже убили.